история белорусского футбола. Давайте познакомимся с составами команд. Начнем мы с Городея. Стартовый состав рулевой сегодня Олег Адушкин был именно такой. На воротах Андрей Исакович, номер 16. Далее полевые игроки. Третий Дмитрий Игнатенко, пятый и северная столица Витебск играет Жодина. Поехали, 30-й тур, и вот первый свисток. Таковой будет отнесена после финального свистка главного арбитра. Догонит здесь Булычев. Мяч, конечно же. Неплохая передача, прострел, можно бить. Дедин, и это открывает счет Городея. 1-0 Мухаммед Дедин. Забивает пятерка. И, кстати, должен отметить, именно в нашей встрече счет открывается первым среди всех матчей. Мухаммед Дедин, только я о нем говорил, дескать, приехал из Шахтера, показывает свою состоятельность. Ну вот вам первая состоятельность, вот вам Егор Хаткевич, вратарь национальной сборной. Доставайте, пожалуйста, из сеточки, несите-ка на центр и начинаем все сначала. Только я говорил о том, что, скорее всего, держат болельщики. Вот опять какие-то, судя по всему, проблемы есть с левым флангом. Второй раз, на этот раз Дедин уже врывался, отдает передачу. Есть навес, нужно забивать, и забивает! Гол, 94-й номер, Сергей Архипов, сейчас остается 2-0. Волки, что ж такое, неужели в конце сезона волки не могут показать зубы? Что случилось? Егор Хаткевич, где оборона? Что случилось с левым флангом? Дважды мы видим провал на левом фланге, и оба раза Городей без проблем увеличивает свой разрыв счет. Стандартное еще положение, давайте посмотрим, что удастся из этого момента выудить. На месте кипер отбивает кулаками мяч вперед, и там казалось, что цепляется уже Булычев Александр. Ну, никого совсем не было спереди. Александр был, в принципе, самым первым игроком своей команды на острие. А острие это располагалось метров 10 от точки пенальти. Здесь вот и есть гол. Здесь просто не повезло Габараеву. Он оступается, оставляет простор для Папыча для подачи. И 31 номер Юсов забивает. Дмитрий Юсов, украинский легионер, хотел сказать, сравнивает. Не торопитесь, дорогой комментатор, нет. А 2-1. Ну, возможно, через год мы вновь поприветствуем дружину из Бобруйска. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Мне казалось, что просто чего-то всегда не хватало бобруйчанам для того, чтобы чуть громче о себе заявить. Дин-дин, есть возможности здесь! Хорош Хаткевич! Хорош здесь Егор Хаткевич. Дедин отлично играл, и казалось, что вот-вот уже все-таки пропихнет там между рукой и ногой в сторону ворот. Нет. Олег Радушко, главный тренер Ислачи, Виталий Жуковский. Разыграли волки. Комаровский есть направо Папушев, получит передачу. Так и есть. Макась показывает район 11-метрового, дескать, набегают туда, но чуть не выходит. Стефану, возможно, нужно было здесь просторопнее, но все нормально, было под себя. С контроль над мячом сохранен. Волки продолжают позиционное наступление. Комаровский будет бить. Хороший удар Комаровского. Перед собой выбивает вратарь. Еще одна попытка. И пытается отвести удар. Нет, будет удар Карповичу. Хороший просмотр. Минус 17. Это на что болит Сергей Карпович. Вот это банка. 2-2 из ночного вилья. Счет равный. Начинаем все сначала. Смотрите, как здесь сыграл Карпович. Ну просто, ну умничка. На, доставай. Никаких шансов у 16-го номера Андрея Сакровича здесь нет. Никаких претензий к киперу нет. 2-2. Волки вернулись, как я и подозревал. Нашел нужные слова Виталий. 3-2. Солигорский Шахтер. Пока на данный момент, на 92-й минуте, выигрывает футбольный клуб Минск. И выходит на первую строчку. А у нас отлично врывается в штрафную Макач. Что же он делает? Ну, хочется ему забить. Не смею его в этом... Не смею его за это винить. Он нападающий, он должен забивать. Это его работа. Но включиться на некоторые из игр и посмотреть, чем же они завершатся. 92-я минута компенсированного времени у Динамо Минского Батэ. А у нас свисток арбитра. Счет 2-2. Ничья. Последний матч Ислачи и Городей. Мы ждем того, как завершатся другие матчи. Славия Мозырь в итоге одерживает победу 2-1 в энергетике БГУ. Ну что, друзья, кто станет чемпионом в этом году? 97-я уже.